Буэнос диас, перцы. Я один раз свистну в изряд ваш экран, а это значит, что мы продолжаем раскатывать всякую херню в блины в Need for Speed Most Wanted. Поэтому усаживайтесь поудобнее, берите свои ништячки. И поехали. Сейчас самое главное, кое-как, всеми правдами и неправдами, набить третий статус. Поэтому. Сейчас тупо пилим вперед. Нам надо доехать до автовокзала. Вот Петуча. Ладно, мы этого Фетучини сейчас перехватим. Дароу. Нам туда. Ты где, блядь? Скоебать они тупорылые, а? О. Лишь на 250 рейта перепало. Причем непонятно откуда. Я сюда еду, Орк ебаный. 4 Дельта 21. По возможности доложить обстановку. У нас все по-прежнему. Прием. Надо брать его поскорее. Попробую прижать его. Тух. Цып-цып-цып-цып-цып-цып, суки. Он на автовокзале. Закуриваем. Прыг. Главное просто палить за шкалой. Чтобы не пришлось слишком внезапно трогаться. Сейчас статус 3 получим, можно съебывать. Так, статус 2. Ну а мы ожидаем ожидать. 10-23, присоединяюсь. Главное поглядывать, чтобы сзади никто не подкрался, как последний пидор. Интересно, успеем до подкрепа? Получить третий статус. Думаю, успеем. Хотя не факт, но должны успеть. Он вернулся на автовокзал. Я сюда никуда не уезжал. Лапы зацепил. Называется, решил почесать нос. Код 6 ушел, прием. Отбой, мы его нашли. Повторяю, нашли. Я никуда и не прятался, дебилы. Так, минута. Свидетель сообщает, что объект следовал назад. Ну теперь точно спи. 10-33, игней ебаный. Огры ебаные. Сука, нах. Подкрепление уже выехало. Браво 3-1. Я преследую их. Так, ну-ка. Всем участникам, огонь присвоен статус 3. Старт.
Ну, теперь можно стартовать. Пришлите сюда хоть кого-нибудь. Да начнется ебашка. Вот он, нахуй намотан. Так, ну погнали. Не удается остановить его или выйти на позицию для задержания. Каждые 10 секунд дают мне 1000. То есть 100 в секунду. Набить надо ебаную гору. Придется уничтожать тачки просто на чем свет стоит. Пошел ты, знаешь куда? Надо немножко тут пораздавать. О, сразу две, минус. Браво, стрелять. Мы в вашем распоряжении. Сейчас начнется мясо, я вам рассказываю. Ну чё, погнали, щенки. Вот теперь вот достойная бойня. Ох ты ж, блядь. Задний. Готовченко. Да сука, как ты это делаешь? Так, вроде выкрутился. Бля, ну если так придется делать слишком часто, надолго меня не хватит, то... А вот и первые шипы. Именно на них я налажал в прошлом дубле. У меня были выполнены все пари, кроме рейтинга. И тут на нахуй. Шипики, которые я проглядел на мини-карте. Тух-тух. Тух-тух. Поехали. При этом желательно не хуярить по встречке. Просто потому, что, блин... Скорость догона всегда будет меньше скорости, опа, сближения. Если есть возможность вообще объехать заграждение, лучше у него объезжать. Так, сейчас у нас каждые 10 секунд вылетает 5 тонн рейта. Так, а сколько нам вообще надо? Так, есть переворот. Объект прорвал заграждение. Так, еда. Блять, просмотрел. Так, 325 тонн. У нас 105. 220 тонн. Так. Каждые 10 секунд мы получаем по пятере. Так, 440 секунд. Блин, 7.20. Еще 7.20. Итак, 7.50. 14. 15.10, короче, у нас отсечка. 15.10. Каждый джип минус полминуты. Каждая тачка минус 10 секунд. Джипешник полминуты, тачка 10 секунд. Опа. Блять, не получилось. Ну хоть метку поставил. 15 минут 20 секунд, если грубо.
Потому что там у нас небольшой... Ну, ладно, 15.30. Хуйня. Это если не уничтожать ни единой тачки. 15,5 минут. Придется держать уродов на хвосте. Чтобы выбить нужное количество рейта. Честно, уже тяжеловато дышать. Что тут? Шипики есть? Нет? Вот в это место. Так, 15.20. Тук-тук. Не вылетел. Сука! А так можно было бы классно сэкономить время. Внимание! При подходе к заграждению держитесь обочин. По центру 1069. Еще какой-то парень сфармил по дороге. Последняя метка, кстати, осталась. 14.50. Ебать, вас тут понабежало. Ну, сука ж ты, ебаная, опять фейл. А вы все еще думаете, почему я хочу закончить сезон досрочно, забив на него хуй? Блять, тут и без слов понятно. Заплатить наличными, которых нет. Которых нет, то нихуя. Альтап. Так, 12 минут. В принципе... Можно заехать одну гоночку, чтобы получить деньжат. Истребителя, наверное, заедем. Азот лучше не палить первое время. Хоть какой-то прогресс достигнем, а то, блядь... $298, сука. $166, маловато. Ну, о чем я и говорил. Сколько там у него? $487. Ничего, наверстаем. А, карту же нельзя открыть, вот сука. То есть мне будет не видно, где находится точка. А точка у нас находится, ну как водится, за поворотом, блять. Так, 183. В принципе, я сделал все, что мог. Ну и этого хватило. Блин, меня эта карьера уже заебала. Так, здесь опять на перегибе дороги. Ну ебаный в рот. Кто же их так ставил-то? 221. У них там, походу, перестановочка. У нас отрыв 50. Но почему этой гонки не было во втором андеграунде? Так, сейчас... Блять, во сука! Хотя у всех такая хуятина. Да знаю, что я не в ту сторону поехал. 102.
А хуйцов тебе с картошкой. Отрыв больше сотни. Ходу, иначе не сделаю. Готовченко. Бабло есть, значит, можем повторить заезд. Ты пидорас или просто дуболом? Ладно, попробуем набивать рейд, на чем свет стоит. Уже хотя бы одно пари выиграть было бы заебись. Сейчас можно просто на расслабоне ехать. Блять, нахуй я это сделал. Экипаж вышел от строя. Не могу продолжать погоню. Отбой. Пиздец. Пиздец. Ну просто пиздец. Последний господа. Пиздец, товарищи. Отцепление в радиусе 10 кварталов от точки. Вызов код 6. Всем экипажам. Уточнить координаты. Подробности на экранах. Так, еще заход. Погоди. Объект зеленый Астон Мартин. Долго мы так будем тупить, чувак, а? Поехали уже, хуй путал. Да оно меня так протаранило, да ну нахуй. Блять, я обоих что ли вынес? Ну, сука. Внимание всем. В момент потери контакта код 6 ехал на север через разведку Петербург. Уа. Я уже думал, все, запах жопного пламени, блять. Заставит сбежаться весь город. Так, меточка. Ну ладно, сейчас будет статус 2, там посмотрим. Еще один пятушка. Внимание всем постам. Все свободные машины в мой квадрат. Принято. Право 3-3. Подкрепление уже выехало. Дельта-21. Готовченко. Хотя нет, не до конца. Но меточка есть. Короче, опять минут на 15 вся эта бодяга. Аналогично, со мной группа, скоро будем. Внимание, ебать твой рот паяльником, а? Вижу нарушителя, код 3. Ну все это хуяльно уже как-то подмораживает. Он повернул на юг, на юг. Так, этот лёг. Да я вроде никуда не съебывал пока. Надо что-то делать, или он уйдёт. Внимание, я иду на сближение. Так, ещё минус 2. Ну, кто-то живой, что ли, есть? Только что видел объект. Тук. Отбой.
Он не мог уйти далеко. Ах ты ж падла. Ах ты ж падла. Давай, едь сюда. Будем тебе зубы пришивать. Внимание. Прыгай сюда. Ходу, ходу, ходу. Так, статус 3. Вот теперь начинается движуха. Пока еще не мясо, тупо движуха. Ты, куда ты, падла, улепетываешь-то, а? Короче, я не выдержал темпа. Вот не выдержал я этого темпа. Ну и? Диспетчер, это право 2-2, со мной двое. Будем в квадрате через 3 минуты. Где-то там, внизу. Поехали искать. Но этого все чисто. О! Это совпадает. Код 3. Ты, блядь, где? А, вон-то откуда вылез собак. Так, а это еще не прошло 4 минут, а у нас уже 12 тысяч. Тысяч. Сейчас бы случился насос-самосос. Так, на Сарии же сделали свое дело и уехали. Небольшой батл. Так, носорогом я вроде обоим въебал, да? Я думал, что тут просто движ начнется, а тут вон какая хуятина. Как шипит белорусская кобра. Я не знаю, нахуя я это вспомнил, ну, блядь. Чик-чирик. Какой звук издает Пикачу, когда его ловят в центре Минска? Пыка-пыка. Блять, пилим дальше. Ну а, джипики уже тяжелые пошли. Тук. И подкрепление через 5 секунд. Ну классик же, ебаный в рот. Ебаный в рот, сейчас будет мясо. Надеюсь, меня не выебут в очередной раз. Потому что я уже заебался катать с копами. Я уже хочу пойти снимать второй сезон. Просто потому что хочу. Потому что меня заебал Most Wanted. Не в том плане, что я заебался в него играть, а в том плане, что он меня уже доебал. Своими очень злыми копами на 4-5 левеле. А в особенности тем, что я сейчас нихуяшеньки не вижу. Еду по приборам. Просто нахуй луплю по приборам, потому что вот эта вот освещенность. Так, там по-любому будут шипы. О, хорошая мишенька. На нахуй. В смысле, блядь? А, нормас. Твои проблемы, дядь. Саныч, ты конченый. Просто кончен. Дыщ. Тыц. Блять, по капотам, сука.
Так, пошли на разворот нахуй. Так, небольшой дрифтец. Так, 150 из 325. Нам надо еще 170. Нам надо еще 170. Это 340 секунд. Это у нас 320 секунд. Сука! Вроде пронесло. Короче, минут 5 нам еще провисеть. Там разберемся. Он ушел, но недалеко. Проверьте мой квадрат. Диспетчер, вижу код 6. Продолжаем погоню. И попутно зарабатываю одну меточку. Не, не съебал. Или съебал в закат. 26. Так, едем дальше. Так. Кто бы сомневался, что прям по центру будут шипики. 27. Последний удар остался. Ущерб еще скоро подъедет. Готово. Так, теперь осталось 20 тысяч ущерба и 125 тонн рейта. Так, 120 тонн. Это ровно 4 минуты. Так, 3.50. Потому что рейта мне надо ровно 200 тонн. 200 тонн, это сколько у нас? Если каждые 10 секунд получаем по 5. Это 400 секунд. Как же вас обходить-то, блядей? Вот в это место. Надеюсь, не придется применять бряк слишком часто. Так, и осталось у меня, по сути, тупо набивание рейтинга. Вот, Саныч, я тебя заклинаю, не налажай. Так. 263. Нормально. Да ладно, я пошел в отрыв. Три. Так, подкуриваем. Да, секунду. Кажется, я его знаю. Код 3. Пробился через заграждение. 283. Бля, за мной поездит кто-нибудь или нет? Меня тоже начинает напрягать. Хотя, с другой стороны, то, что они мне дали некоторую передышку, это заебись. Главное, не терять концентрации. Минута 15. 295. Всего 30 тысяч рейта, блядь. У меня минута на то, чтобы съебать. Вот он, вижу. Подключаюсь к преследованию. 323, давай. 8 секунд. 4.
3, 2, 1. Ну, теперь газу. Вот это меня потряхивает, ребятки. Хард-атака начинается. Да, детки. Так, нам туда. Там оцепление. У меня это чувство, меня сейчас с этого квадрата хер кто выпустит. Надо свалить, пока не прилетел вертолет. Так, там есть укрытие, отлично. Отлиточно, главное, чтобы сейчас... Блять, верт. Полетел туда, заебись. Блять, где укрытие это, сука? А то сейчас на вертолет нарвусь. Ой! Ей-богу, это стоило того пота, который я пролил. Блять. О, черт. Это было жарко. Это было пиздец, как жарко. Я думал, что вы гонщики. Пошел в жопу. Пошел в жопу. 4600 рейта. Не, на сегодня надо заканчивать. Иначе я этого точно не переживу. Всем спасибо за просмотр, парни. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. И до встречи.